Я Лавенко Евгений Александрович, 01.04.78 года рождения, уроженец города Белгорода, гражданин Российской Федерации. Нашел в почтовом ящике типа повестки 28 августа с предложением явиться в военкомат. Явился в военкомат, мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов и банкротство в обмен на мою контракт. Подписание контракта, буду стоять на границе. После заключения контракта 31 августа находился на границе, около выдачи формы получения оружия, находился на границе около недели. Затем нас погрузили в технику и под покровом темноты вывезли в неизвестном направлении. Когда я увидел знаки на украинском языке, я понял, что мы находимся на территории Украины. В боевых действиях участвовал в зоне боевых соприкосновений, участвовал около недели, где наше подразделение в конце было разбито. Ходил с 22 сентября по 26, по 18 октября в сторону границы, как я думал, но не дошел, был взят в плен.